Дорогие друзья, наш мощный позитивный канал снова в эфире. И мы желаем вам богатырского здоровья, отличного настроения. И чтобы у вас всегда были деньги на таблетки. Вы спросите, куда пропал? Отвечаю. Простудился, чуть не сдох, блин, в натуре. Валялся. Ну, с утра на работу. После обеда, думаю, отосплюсь, таблеток наемся. С пятницы на субботу вообще еле-еле, блин. Думал, не переживу эту ночь. Потом сынуля приехал, сказал, что все, так дело не пойдет. Сейчас я тебе привезу дорогие лекарства. Ну вот сегодня понедельник, вот на работу сидел. Ну отошел вообще. Ну это не коронавирус, натурально простудился. Доби, ну тихо. Ну тихо. Доби, ну все. Вот. И это вот так мы напилили дрова аккуратно в тот раз. Не удалось мне выставить этот репортаж. Вот, вот здесь вот. Все аккуратненько. Вот. Там вот у нас вот еще остатки дров. Доби, не толкайся, пожалуйста. Доби. Слушай. Вот. Бел, иди сюда, Бел. Они вот-вот ходят, вот. Вот как Маша кушает траву. Вот так вот они и кушают. Эти все беременные. Вот. Ну, что, все опять, как обычно, меня жалели. Носили лимоны, клюкву, мед, плов, суп, пельмени. Ешь, пей. Ладно. Я в субботу уже еле-еле там с кровати даже встать не мог. Это, говорю, вы помереть даже спокойно не дадите, блин. Вот. Так что вот так вот. А про таблетки. Никогда не задавались целью, вопросом точнее. Из чего делают таблетки? Да, вот все, тебе плохо, у тебя температура, там кашель туда-сюда, вот. А тут съел такую маленькую таблеточку, да, и тебе раз, сразу стало легче, вот. А все вот эти клюква, мед, лимоны, малиновое варенье, они без таблетки парацетамола очень плохо помогают, вот. Но у меня не коронавирус, я действительно просто, у меня сопли, кашель. Я думал, сотрясение мозга будет от кашля. Вот. Ну, Добик я держу, просто он дуркует тут. О, Добик. Все. Глаза не надо так пучить. Да хороший ты мальчик, мой хороший. Да хороший. Вот. Так что вот. Мы тут тоже по-своему веселимся. Вот. Козы конкретно беременные. Лада еле ходит. Лада вот 2 месяца всего лишь беременна. Вот. А уже у нее вон какой живот. Она еле стоит. Она даже когда из кормушки кушает, ляжет и кушает лежа. Вот. Ну а этим надо вот как обычно. Мощные разборки. Да, Лад? Иди к папе, иди. Доби сейчас не подпускает никого. Ну все, иди. Я. Да, к папе кто-то подошел. Да, молодец ты, молодец. Иди вон наверх, залезь. Лади, иди. Да, молодец ты, молодец. Хороший ты, хороший. Дай лапу. Вот смотрите. Доби, лапу дай. Дай лапу. Доби, лапу дай. Фу, некрасивый ты. Ну, хороший. Я пошутил. Да. Так что, ну вот, как бы все новости. Вот. Так жизнь продолжается. В общем, короче, народная медицина, это, короче, хорошая вещь. Но без таблеток неэффективная. Неэффективная, я тебе говорю. Неэффективная, я тебе говорю. Все.
Ну все, 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 все. Это он радуется так папе, папе. Да молодец ты, молодец. Молодец, молодец. Давай лапу, давай. Давай лапу, давай. Лапу давай. Давай лапу. Пойдешь сейчас. Чухалюшка мой. Чухалюшка ты мой. Упадешь сейчас.